Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Redmi Roleplay 4 сир. И сегодня с вами Фоди. Всем привет. Короче, пацаны, сегодня будет очень необычный видос. Я подобного, наверное, не снимал. Один раз снимал на другом проекте, но это будет очень круто. Сегодня у нас будет свадьба. Также напоминаю, чтобы вы вводили мой ник при регистрации и вводили мой промокод. Пишите да. МН, потом 10 пункт, промокод KGAME. Как только вы отыграете 7 часов, вам дадут 50 тысяч, поэтому, пацаны, используйте. Сейчас мы ждем, пока все начнется, и вам все покажем. Итак, вот, короче, невеста, пацаны. Это Евгения Джонсон. А, привет всем. Кул. Смотри просто, сколько машин уже собралось. А, штук 10 где-то. 9 машин, 9. Да, три гелика, одна Феррари, один Мерседес, БМВ, Додж и Крузак. Феррари, это только приехал Кирилл на ней, только он мажор у нас тут. Потому что тебе свой гелик продал. Да, о, все пошли, машин на улице больше, чем, блядь, людей. Интересно, это Евгения или нет? За такой контент, пацаны, спасибо на лайки, потому что, ну, такого мы еще не снимали, как бы. Так, Евгений, готова ты его любить до конца жизни? Да, шуток да. Уже давайте, конечно, да. Горько! Так, давай на альте, на альте, на альте. Давай, на альте. Я ж гопник, я должен на альте выходить. В Адидасе на свадьбу приехал. Поехали в клуб, поехали. Вот сейчас будем колонны ехать, это будет круто. Пацаны, начался замес! Помогаем, нахуй! За свою руку, нахуй, блядь, за родину, блядь, нахуй! На, я поебал своему. Слышь, сука, блядь. Да не меня убивайте, алло, алло, не меня. Вы ебанулись. Мусора, сука. Хуярь его нахуй. Пацаны, это необычная серия. Как бы поставьте лайк, слейте лайк для такой мы серии. Мы сила, мусора, сосите. А что, подъехал еще один. Блядь, тут мусор где? Вот. Давай. У меня хп мало, блядь. Ярик, Ярик, бачок, потик. Бля, да, ну да. Круто были, пацаны, с вас обязательно просто лайки, 100 лайков да. Минимум за такое, охуенная колонна, бля, я не думал, что так мы будем ровно ехать, да. А похуй на красный, поехали, поехали, бать, мажоры приехали, гелики, бать, ну это, конечно, половина, пацаны, арендованных тачек, ну, кроме нас, по-моему, ну, а где невеста, алё, а, невеста на крузаке ехала, вообще, так, все жрать начали, блядь, да, надо бухать, пацаны, надо бухать, какие жрать. Итак, пацаны, короче, они направляются уже в юшку, ну а мы будем заканчивать, потому что, ну, по катушке снимать, я думаю, смысла нету. Они там будут развлекаться, купаться, не знаю, возможно, еще что-то делать. Ну а я заканчиваю, со мной был Фоди, ссылка на его канал будет в описании. Всем пока-пока. From the outside, I was from the